прошу, любую красную. Они бывают очень провокационные. Я сразу говорю, что это не мои вопросы. Поэтому, если вам не понравится, просто мне отвечайте. Откровенный вопрос. Читайте вслух. Изменяли ли вы когда-либо своему партнеру, возможно, не текущему? Что значит партнеру? Ну, для меня партнер это... В вашем случае это... В моем случае партнер это человек, с которым я танцую на сцене. Вы изменяли, конечно. Я им постоянно изменяю. Ушла от вопроса. Молодец. Второй. Так, белый. Белый, я вот задам тогда вопрос про Барышникова. Мы говорили, вы видели в интернете его танец, который все обсуждали? Какой? Я много видела танцев. Значит, вы не знаете, потому что вот вы сразу, кстати, доказали зрителям, что вы действительно... Я не в интернете, да? Да, что вы действительно не сидите в соцсетях и вы не являетесь фейсбучным животным, потому что в Фейсбуке это был хит. Обязательно посмотрите. Потому что вот он сделал там... Это неделя была в Барышникова такой. Угу. Обязательно посмотрите, потом я вам позвоню, вы мне расскажете свое мнение. И финальный вопрос. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.